Всем привет, ребят! И это мой влог на 9 мая, День Победы. Сегодня по-настоящему 9 мая. Идут всякие парады. Сегодня, Лера, 9 мая, скажи. Да, чё? Вот. Это Лера, подписчики. Вот. Здесь. Мама там, это, красоту наводит. Вот, это мои ружья. Это недавно сделал, а это мы будем выступать. Я потом, может, тоже выложу выступление. Также здесь моя ЧАЭС новая. Ну, я вам покажу ее в обзоре в следующем. Увидимся уже на параде. Всем привет, ребят! Мы уже приехали на 9 мая, мы уже в городе. Вот давай мы тут встанем, вот о чем по дороге-то идем. Я слышу, вот место. Чего сюда перестали? А сейчас папа не станет машиной. И сейчас потом. Ладно, сейчас мы когда подойдем уже к 9 мая, там где парад все это будет, и я там уже включу. Все началось. Сейчас они там идут. Там. Немножко поднялся сюда, что будет сюда. Организации. Ну вот почему мы сейчас освободили эту территорию. Сейчас Thank you.
красные носы. Только уведет. Так вот он был оригинальный. Yeah.
Так, я снял вам этот парад. Сейчас мы идем на стадион, чтобы купить флажки. Хотя мы пойдем еще куда-нибудь. Сейчас посмотрим. Итак, ребят, вот такой получился влог. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!